В столице Никарагуа, Манагуа, десятки людей вышли на улицу в знак протеста против строительства канала. Они опасаются, что им придется покинуть родные места за небольшую компенсацию. Главный инвестор проекта – китайская компания HKND Group. Согласно договору, Никарагуа предоставит эксклюзивную концессию в пользу инвестора и его партнеров на 50 лет. Строительство водного пути обойдется в полсотни миллиардов долларов. По мнению властей и экспертов, успешное завершение проекта может повысить ВВП страны не менее чем на 15%. Но вот участники акции считают, что строительство нанесет серьезный ущерб экологии. Я фермер. Вместе с этим каналом они хотят забрать наши земли. Мы против этого. Как только они расторгнут договор, мы перестанем протестовать. Тогда мы сможем жить спокойно и не тратить время на сопротивление.